Ну вот молитва, обращение к Богу, это и есть такой вариант позитивной шизофрении. Потому что, по сути, Бог это такой большой другой, идеальный, да, к которому мы обращаемся внутри себя. То есть это та первопричина, которая создала человека, и которую мы можем наделять чем угодно, какими угодно свойствами. И этим она хороша, потому что любое реальное существо, да, оно всегда будет отдельно от нас, несмотря на его физическую сущность, несмотря на то, что его можно услышать, потрогать руками, но с ним невозможно будет преодолеть вот эту, это тотальное непонимание. А с Богом можно, потому что он как бы есть, и его как бы нет. И молитва, естественно, снимает стресс и помогает человеку примириться с реальностью, которая, как правило, не совпадает с ожидаемым. Сложнее тем людям, которые, ну, не могут принять религиозные концепции в силу их, честно скажем, примитивности и в силу того, что они обычно нагружаются огромным количеством сопутствующих каких-то обременений, так сказать, которые человек должен взваливать на себя и тащить на пути религии. Таким людям, конечно же, сложнее.